Представители территориальных органов Госавтодорнадзора принимают участие в совещании по результатам работы в первом полугодии текущего года. По словам заместителя руководителя Ространснадзора Асланбека Ахохова, основными нарушениями, выявленными при транспортном контроле за отчетный период в России, стали несоблюдение режима труда и отдыха, а также правила использования тахографа на транспортных средствах. Было выявлено более 47 тысяч таких нарушений. Порядка 4,5 тысяч нарушений зафиксировано в сфере правил перевозок пассажиров в транспорте. Порядка 3,5 тысяч нарушений – это не внесение оплаты в систему «Платон». Общая сумма наложенных штрафов за первую половину 2016 года увеличилась в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила более 1 миллиона рублей. Если говорить по республике Саха-Якутия, можно сказать о значительном увеличении всех показателей контрольно-надзорной деятельности по всем направлениям деятельности. А если говорить в целом о Российской Федерации, то стоит также отметить значительный рост числа выявленных нарушений и суммы наложенных штрафных санкций.